всем доброе утро. Доброе утро. И всем хорошего дня. Аппетит. Так, ну что, ребят, я уже оделась. Сегодня я в юбке, хотя сегодня очень холодно. И все, я спускаюсь уже в школу. У нас, кстати, сегодня день учителя. Всех учителей поздравляю с этим днем. Всем привет! У нас день самоуправления. Мы играем в крокодил. Не надо! Я сижу с «не надо». Тимочка, мой сладенький. Так, Артём играет с Димой с Лучиком. Тима, Лучик. Короче, Лучик, Тим. Тим сейчас за ним бегал, но что-то сейчас он решил отдохнуть. Тим! Володя! Он смотрит на другой Лучик побольше. Да, Тим? Всем привет! Я сейчас иду с тренировки, видите, уже очень сильно стемнело. Я тебе не звала. Вот, иду. Да хватит! Да, мам, ну я тебя не звала. Затихну, я сама плачу, все. Вот, уже сильно стемнело. Завтра приезжает уже наш, ну, основной тренер. И мы, короче, идем домой. Сегодня очень влог короткий. Вот. Тимушка, ты тут спишь, мое солнышко, да? Ты моя-то радость спит, солнышко мой. Смотрите, клыки. Ой, вот у кого хорошая жизнь, да, Тим? Ой, Моненький. Ребят, вы, наверное, меня сейчас не видите. Вот, ну, короче... Извиняюсь за ужасно короткий влог. Так что я буду с вами прощаться. Я пришла с гимнастики, сразу начала делать уроки, поела. Ну, то есть ничего интересного. Все, спасибо вам большое, что вы досмотрели до конца. Я в какой-то темноте, я вообще не знаю, что здесь забыли. Ну ладно. Все, всем спокойной ночи. Я вас люблю.